самый главный музей в Петербурге – это сам Петербург, это город, это его архитектура, это то, что дошло до нас, то, что мы храним, то, что мы развиваем. И, наверное, как дела обстоят в этом музее, в самом главном музее города, наверное, люди могут узнать, и узнать, как трудятся вот архитекторы. И, наверное, вот этот живой диалог с теми, кто хранит город, развивает город – это, наверное, уникальная экспозиция вот этого музейного мероприятия. Удивительный формат, который, безусловно внесет позитивный вклад вот в движение, в развитие нашей петербургской архитектуры, обогащение ее идентичности. И, наверное, во всех европейских городах признаком цивилизованности является определенное, что ли, любопытство горожан к тому, что происходит в городе. Мне кажется, это всегда было отличительной особенностью Петербурга, и вот это мероприятие – это особый вклад вот в это в новое начинание, которое, безусловно, важно как для горожан и для профессионалов, которые трудятся на благо города.